обзор косметики Сергея Наумова, где производится этот бренд. Ах, господи. Вот этот консилер вам не поможет. И очень такая сухая, не знаю, мне не очень комфортно. А что с продуктом, мне вопрос. Абсурд какой-то. Бонжретто, зайки мои. Ну что, друзья, сегодняшнее наше видео будет посвящено обзору косметики Сергея Наумова. Да, у меня на канале есть обзор на его косметику, но я буквально недавно увидел у него в Инстаграме, как он красится своей косметикой. Да, вот этот стиль, как он красится, для меня немножко необычно, как бы сказать, дико, но с другой стороны, это как-то смешно, как-то прикольно, не знаю. И я такой, талмата моего сердца, нужно заказать эту косметику очень срочно. Короче, я заехал в Золотое Яблоко, набрал те продукты, которых у меня нет, их, по-моему, 4, да, 4. Вот, и за 4 продукта, ребята, я платил где-то вот 6 тысяч. Да, я понимаю, что это как бы недорого за 4 продукта, но, ребят, это же не зарубежный бренд, это же не какой-то мировой бренд, чтобы косметика стоила так дорого. И в конце этого видео, ребята, не забудьте досмотреть это видео до конца. Я вам расскажу в целом вообще про этот бренд и расскажу, где производится этот бренд, так как я в этом заводе, где производит именно Сергей Наумов свои продукты, я был. И я вам расскажу вообще кое-какие моменты, которые реально меня немножко смущают. Но давайте не будем делать поспешные выводы и давайте попробуем продукты. Так что поехали! Так, ну что, ребят, я хочу начать с обычного тоника, это у меня от Miniso, просто протереть свое лицо. Господи, ребят, про это вообще не спрашивайте, у меня просто была бурная ночь. Далее я хочу увлажнить свое личико. Ах, господи, это у меня, как всегда, клиник. Обожаю этот, как бы сказать, увлажнитель. Но вот этот в виде спрея иногда, ой, шокирует. Давайте теперь я вам буду по одному показывать продукты, ребята, и наносить. Первый продукт, который я хочу вам показать, это вот выглядит примерно вот так. Это обычный блеск для губ, называется Blam. Сразу скажу, что упаковка мне вообще от слова вообще не нравится. Сейчас поймете почему. Потому что, как бы сказать, упаковка максимально дешманская. Очень ненадежная, если вот открыть сам продукт. Во-первых, обычный блеск в черном цвете. Я не знаю, на губах как это будет выглядеть. Дальше упаковка. Это какой-то, знаете, ребята, такой тонкий-тонкий алюминиум, что ли. Вот если вот немножко вот загнуть, она загибается. И как бы, знаете, а вдруг вы оставили это сумочки, а вдруг вы там, я не знаю, нечаянно куда-то уронили. Если как бы сильно зажимать, то она нагнется. Или не будет открываться, или потом вы не сможете закрыть. Поэтому сразу за упаковкой я ставлю минус. Давайте теперь возьмем и будем наносить. Я просто пальчиком возьму и буду наносить. Запах есть какого-то, знаете, ребята, мята странного. Набирается очень сложно. Я обычно просто такие вещи наношу пальчиком. Увлажнители, они всегда бывают каким-то, знаете, ребята, такой легкой, мягкой текстуры, а тут как бы немножко жестковато. Не знаю, может, нужно разогреть как-то, чтобы... Как говорит производитель, внутри есть масло ши, якобы, витамин Е, масло авокадо. Поэтому это нам должно помочь. Стоит этот блеск 1000, по-моему, почти 1400 рублей. Угу. Ну, обычный блеск, ребят, ничего сверхъестественного. Есть привкус даже вот этого мяты, а так вообще ничего не чувствуется. Так, хорошо, давайте идем дальше.
Я хочу начать с консилера. Консилер, господи, консилер тоже меня немножко смущает, честно говоря. Вы скажете, Тео, почему? Во-первых, самый большой плюс этого продукта – это именно упаковка и дизайн. Мне очень нравится. Почему? Потому что черный цвет – это мой любимый. Такой маленький, компактный, можно с собой взять в сумочке, не займет так много места. Не знаю, мне очень понравилась упаковка, но меня смущает то, что здесь 3,5 грамма продуктов. То есть для консилера, например, это очень мало. А стоит, извините меня, 2100. То есть 2100 рублей. Ребят, это очень дорого для консилера 3,5 грамма. То есть опять-таки, да, давайте будем наносить маленький такой аппликатор. Ну, в принципе, удобный. Можно спокойно наносить. Я не вижу никаких проблем. Текстура достаточно мягкая. Я взял такой, знаете, более телесный оттенок, чтобы мне подошло. И я этот консилер нанесу на все лицо, наверное. Сейчас вот нанесу поплотнее под глазами, а потом растушу это уже по бокам. Наносится хорошо, ребят, мне нравится. Потому что есть такие консилеры, которые достаточно, вот текстура очень плотная и очень такая сухая. Растушевывать, распределить это очень сложно. А тут очень удобный аппликатор. Вот буквально за несколько секунд можно это все нанести. Давайте вот так тоже нанесу и чуть-чуть вот сюда. Но вот то, что количество 3,5, это не знаю, это если я буду вот таким образом наносить, это, ну не знаю, ну недели 2 это максимум. Далее беру обычную кисточку и вот это дело все растушевываю. Так, давайте посмотрим, как она тушуется. Ну, как вам сказать, тушуется немножко сложновато. Окей. Ребят, вы можете это распределять и как бы спонжем, в принципе, потому что спонж это самый легкий способ для нанесения консилера, так как спонжи, они такими хлопающими движениями можете сделать, и они очень хорошо распределяют вообще в целом продукты. И остатком, ребята, прохожусь под бровями. Слушайте, ребят, я даже растушевывал на все лицо, знаете, ну, выглядит неплохо. Ну, как бы, если так показать поближе, вроде бы неплохо. Но плотность достаточно такая легкая, не прикрывает все, скажем так. Если у вас под глазами какие-то прям такие серьезные проблемы, вот этот консилер вам не поможет. И знаете, ребят, на повседневку мне кажется, что этот консилер подойдет. Давайте теперь, знаете, что сделаем? Я закреплю свой вот этот макияж с пудрой обычной. Вообще неплохо. Смотрите поближе. После того, как я закрепил с пудрой, вроде бы нормально. Ребят, не обращайте внимания на мои брови. Я уже давным-давно не ходил на коррекцию, поэтому они у меня могут быть сейчас и разными. Я их просто расчесал и немножко тут добавил карандаш. А так нужно сходить на коррекцию. Слушайте, ребят, давайте вот я вам консилер вот покажу вот на своем этом засосе. Вот давайте нанесу буквально немножко сюда. А потом с кисточкой растушевываю. И прямо увидите вот плотность и пигментация этого продукта, насколько прикрывает. Вот по бокам просто растушую. И такими хлопающими движениями распределяю. Вот. Далее беру пудру. Пудру тоже закрепляю. Как бы я думаю, что тут ясно и видно, что, во-первых, да, консилер у меня как бы немножко телесного оттенка, а я сам как бы более светлого оттенка. Вроде бы прикрывает, ребят, но так как низкая пигментация, вот именно центральная черная точка от моего засоса не прикрывает. То есть она подсвечивается и видно.
Так что я думаю, что вы сделаете для себя выводы, кому этот консилер подойдет. Дальше у меня остались две продукта, ребята. Один блеск для губ, так называется, а другой тушь для ресниц с эффектом накладных ресниц. Ох, сильно сказано. Если накладных ресниц, это должно быть и удлинение, и, как бы сказать, объем, все в одном. Далее у меня вот блеск. Так, давайте я уберу вот этот увлажнитель, который у меня на губах. Не знаю, насколько это увлажняет, не знаю, мне не очень комфортно. Какая-то она, как, после какого-то времени она становится какая-то липкой, странной. И как бы вот видите, после снятия у вас остаются такие черные странные пятна. Ну, может из-за того, что блеск черный просто. Так, хорошо, давайте, во-первых, нанесу тушь. Вот такая же черная упаковка, примерно вот так. Давайте покажу щеточку поближе, чтобы вы тоже видели, вам тоже было понятно. Вот, то есть щеточка, она нестандартная, она резиновая, то есть не вот эти волоски, да, которые стандартно идут, а более такое длинное и коротенькими вот этими щупальцами. Давайте будем наносить. Аппликатор, ребята, не очень удобный. Мне такие аппликаторы не очень нравятся. Но эффект есть. Ох, этот тушь тоже стоит 2100 рублей. Ну, стоит ли покупать такую тушь за такие деньги? И последний, ребят, у нас остается блеск для губ. У них оттенков очень много. Я взял такой обычный, стандартный, повседневный, более натуральный, что ли. Здесь 4 миллилитра, значит, продукта. Аппликатор достаточно удобный. Не скажу, что прям что-то такое, но удобный аппликатор. Давайте приближу, чтобы вам тоже было видно. А ну-ка фиксируйся. Вот. Я думаю, что видно. Ну, давайте посмотрим. Никакого запаха нет. Отдушки вообще нет. Давайте посмотрим, может, предвкус есть какой-нибудь. Ох. Ну, а что с продуктом? Мне вопрос. Почему у меня продукт взорвался на руках просто? Я не понял, ребят. Продукт у меня на руках взорвался. Жидкость, она вывалилась просто наружу. А почему так-то? Я такого нигде не видел, я еле всегда вытаскивал от таких упаковочках продукты, но ладно. Ребят, я думаю, что качество упаковки как-то для меня стало сомнительным. Может, я как-то открыл не так, но этого не должно было быть. Как-то странно все. А, ребят, тут вот здесь, смотрите, вот здесь есть какая-то крышечка, которая заходит внутрь вот этой баночки. И за счет вот этого клапана у вас продукт не вывалится наружу, а именно берется, ну, то, что на кисточке выходит. Да уж. Офигенно. И сколько это... чудо стоит. Это чудо стоит 1690 рублей. Без отдушки, не содержит парабенов. Да, мы это уже поняли, что отдушки нет. Блеск, линии контура губ, минеральные пигменты и бла-бла-бла. Ребят, то есть
Ничего сверхъестественного в этом блеске нет, но стоит 1690 рублей. Честно вам скажу, у меня не очень хорошее впечатление от этого блеска, и я не вижу пользы от этого блеска просто за такие бешеные деньги. Как не вижу пользу вот от этого увлажнителя, как бы сказать, который похож на, извините меня, на вазелин. Поэтому нет. Абсурд какой-то. Так, ну что, друзья, давайте теперь уже, подведем итоги по этим продуктам. И я вам скажу лично свои впечатления и свое мнение. Из этих четырех продуктов то, что мне понравилось, это вот именно консилер. Очень красивый финиш, очень хорошая текстура, хорошо ложится, хорошо растушевывается. Покрытие консилера, конечно, не так сильно, там, ну, процентов на 20 прикрывает и все. Вот, то есть для повседневки, в принципе, нормально. Но очень большой минус – это количество продукта, это 3,5 граммов и за такие деньги. Но мне так кажется, что можно подешевле найти в большем объеме и, в принципе, такого же качества. Дальше, второе, то, что мне понравилось, вот это именно тушь для ресниц. Не скажу, что прям делает очень объемные ресницы, как нам обещают, какие-то накладные. Нет, удлиняет, но вот объемы я не очень сильно вижу, честно говоря. Да, удлиняют, у меня прям паучьи лапки получились, но объема я не увидел, честно. И за такие деньги, конечно же, можно найти получше тушь или найти аналог даже подешевле. Но если так посмотреть, из этих четырех продуктов мне понравились вот эти две. А минусы и плюсы, я же вам сказал, делайте для себя выводы. Дальше, ребята, вот эти две продукта, вот этот вообще, не знаю, что-то с чем-то, некачественная упаковка, просто взорвалась у меня на руках буквально за два раза, вот я просто хотел нанести на губы, и она взорвалась у меня на руках, и весь продукт вывалился. А вот это тоже некачественная упаковка, похожа на вазелин, загибается очень, легко. После того, как вы повредите крышку, вы не сможете это все закрыть. Или повредите прям вот так и не сможете открыть. Да, Вот на это могу сказать, что на 20%, продукт сам, неплохой, так как там масло щи, авокадо, витамин Е и так далее. Опять-таки найти просто аналога, это очень просто. Купите просто, ребят, обычный блеск. И на этом все. А вот это чисто для меня бесполезный просто продукт, который, я не знаю для чего. И почему этот продукт стоит 1700 рублей. Почти. Ну что, ребят, а теперь в конце хочу сказать вообще про эти продукты. Буквально недавно, когда я вообще изучал российских брендов, где они производят, где их производство, я начал читать, сзади есть описание этих продуктов. И тут буквально написано, где это все производится. Это завод Декор Косметикс. Вот ООО Декор Косметикс, город Москва, там адрес и так далее. Я изучил этот завод, где это находится, кто там производит. Ребят, оказалось, что там 70-80% российских брендов производят какие-то свои продукты именно на этом заводе. Там есть очень бюджетная косметика, которая там производится, и есть очень дорогие продукты, которые там производятся. Но, узнать качество, именно стоимость самого продукта, этих продуктов, это, конечно же, немножко сложно. Нужно иметь туда доступ, нужно, запросить у них все эти цены. Но, опять-таки, если даже запросить, я у них запросил, они мне отправили цены за продукты. То есть, я немножко был шокирован, но, сравнивать с тем, что
они отправили, и сравнивать продукты Сергея Наумова это немножко сложно, так как везде свой состав и везде разные составы. Может быть, тот состав, который они мне отправили, алиэкспрессный, а тот, который делает Сергей Наумов, они типа дорогие. Ну, опять-таки, да, тут как бы непонятно. Поэтому я даже их не могу сравнивать, но я реально у них запросил цены, по типу, что хочу запустить типа свой бренд, и мне нужно узнать ваши цены, такие недорогие. И там за килограмм консилера, за килограмм там тональной основы такие были цены, что я немножко был шокирован. То есть, опять-таки, да, если даже самый-самый дорогой, как бы сказать, состав и вот эти консилеры и тональная основа, но мне так кажется, что в России очень делают такую, знаете, приличную наценку. Я не знаю, из-за чего, может быть, там типа пиар, аренда места и все такое, но, знаете, ребята, это лично для нас, а для обычных клиентов, мне так кажется, это очень большой минус, потому что мы платим не за продукт, а мы платим за пиар, за аренду, там, чтобы этот продукт продавался, за упаковку, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но опять-таки, что я вам могу сказать? Я не могу утверждать, что вот эти продукты, они достаточно качественные, да, хорошо наносятся, хорошо распределяются, в принципе, как и обычный кат. Но как бы лично для меня вот эти продукты, ребята, Сергей, извини меня, конечно, но они для меня дороговаты. А вот качество упаковок и продуктов для меня немножко сомнительные. Вот. Ну, не знаю, ребят, даже что сказать. Так что пишите, пожалуйста, внизу в комментариях ваше мнение. У меня, знаете, так, 50 на 50. Пока что не очень сильно определился. Поэтому пишите внизу в комментариях, что вы думаете, как вы считаете, что из этих продуктов вам понравилось. Стоит ли вообще эти продукты покупать? Так что люблю вас, обожаю. С вами был ваш Теодор, конечно же. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Мы с вами очень-очень скоро увидимся. Так что давайте до наших следующих встреч. Пока-пока.